Цирковое шоу «Песчаная сказка» впервые представят во Владивостоке. Гостей ждет фееричное шоу, блистательные наряды, очаровательные животные и титулованные артисты Росгосцирка. Автор идеи, создатель и вдохновитель, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Ги Радзе. Зрителей ждет настоящий тематический спектакль с сюжетом. Главный герой – веселый клоун, который по волшебству лампы Аладдина неожиданно для себя попадает в сказку. Все, что видят гости цирка, это мир глазами главного героя. Было ли все это в действительности, решать зрителям. Артисты цирка честно признаются, переживают, но это нормально. Волнение за качество своей работы всегда сопровождает любого участника шоу. У тебя есть один шанс. Вот пришли 2000 человек, да, они пришли, в основном в цирк ходят один раз. И у тебя есть только 7 минут, там 6 минут длится номер, показать то, что ты можешь. И ты должен в эти 6 минут вложить душу, вложить все, что ты нарабатывал годами. Для шоу записана авторская музыка, пошиты дизайнерские костюмы и созданы эксклюзивные декорации. Все детали были продуманы до мелочей для того, чтобы погрузить зрителей в таинственный мир циркового искусства. Это будет в нашей стилистике, в нашем формате. Это будет яркое, красивое зрелище с животными, с уникальными животными, с реквизитом, с тонодекорациями, с костюмами. В той эстетике, которую всегда мы привозили в этот замечательный для меня родной город Владивосток. Премьера во Владивостокском цирке нового шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» состоится в эту субботу, 31 июля. Яна Якубич, Настасья Лихман, новости на Восьмом.